Ну, тяжелая игра, интересная игра. В первом тайме вообще с огромным обилием моментов, что с нашей стороны, что со стороны Краснодара. Мне команда очень сильно понравилась соперника. Команда играла с азартом, быстрая, с быстрым выходом из обороны в атаку. Техничная, азартная, и любо-дорого было наблюдать за молодыми парнями, которые так хорошо и здорово владеют техническими оснащенностями с мячом. Мне команда очень сильно понравилась. Хотел бы поблагодарить свою команду за самоотдачу, за желание, за строгость в обороне, за выполнение всех, практически всех игровых действий. Ребята старались, и были какие-то определенные трудности, ну, я имею в виду в плане перестроения там, по стандартам или еще что-то. Но самое главное, что ребята справились с эмоциями, справились с игрой и, естественно, конечно, заслуженно победили. Я еще раз повторю, играли сегодня две одинаковые команды, что у нас была позиционная атака, что у команды соперника была позиционная атака. Мы прививаем ребятам, чтобы они играли в техничный футбол с хорошим перестроением, с переводом с одного фланга на другой, с проникающими пасами между линиями. Поэтому две одинаковые команды, просто мы сегодня еще были более острее немножечко и использовали свои моменты. На самом деле мы знали, как играет соперник. Мы очень просмотрели порядка 4 игр. Команда играет очень быстро в футбол. И первые минуты в родных стенах, естественно, конечно, мы знали, что команда побежит. Команда хотела показать свою интересную игру, плюс пришел президент клуба, поэтому я думаю, что все ребята хотели проявить себя с двойной энергией и показать, на что они способны. Что касается выбора 15 минут или 20, мы всегда, всегда, все команды практически всегда говорят: ребят, выдержать 15-20 минут. Вот вы знаете, самое интересное, что мы наоборот заставили команду с первых минут играть в организационный и более такой агрессивный футбол. Но вот эти слова мы говорили во втором тайме, в перерыве, перед вторым таймом: выдержать 15-20 минут. Вот во втором тайме эти слова прозвучали. А что касается с первых минут, нет, мы стараемся, чтобы команда тоже так же, как и Краснодар, с первых минут начинала владеть инициативой, заставляла соперника ошибаться на своей половине поля. Мне понравилась команда, на самом деле, очень интересная, азартная, очень хорошие футболисты. Я думаю, что у нашего футбола есть будущее. Я здесь был, когда еще вот этого всего не было, да. Мне очень понравились и поля, все, в которых мы вчера тренировались тоже, и все в идеальном состоянии. Вот этот город, который построен у вас здесь, это любо-дорого наблюдать, смотреть, и самое главное, повышать свое мастерство. На самом деле, продолжайте в том же духе. Мне бы хотелось, чтобы у вас на самом деле еще лучше, еще интереснее появлялись футболисты. И, конечно, чтобы в нашей национальной сборной было как можно больше наших игроков, вот именно таких вот азартных, с желанием игроков.